Hello, my darling, с вами Симона, и мы с вами продолжаем читать, играть в Love Money Rock'n'Roll, и сразу с вами дальше с места в карьер, без всяких там вот этих предисловий, сразу поехали, короче, потому что у нас утро наступило внезапно, точно так же, как и чтение наше сегодняшнее. Ой, Химицу уже здесь. Я встал, потянулся и направился в ванную, но в коридоре столкнулся с Химицу. Никукун, доброе утро, а я вот пришла тебе завтрак приготовить. Доброе утро, Никукун. Что? Химицу покраснела и опустила глаза. Блин, ой, даже микрофон ударил. Он чё голышом спит? А, да. А, в трусах, слава тебе, господи. Ну, в трусах я, и чего такого? Не в смокинге же спать, действительно. Многоточие. Сегодня пятница, радостно сказала Химица, закончив с завтраком. Ура, наконец-то, ехидно передразнил я ее. Ну, на самом деле, все мои мысли были заняты вчерашним инцидентом с Кагаме. О, кстати, про Кагаме мне написали в комментариях, что походами на крышу я набрала каких-то очков Кагаме, и типа в конце мы можем остаться с Кагаме, а не в одиночестве. А почему? У меня вопрос, почему игра меня не предупреждает об этом? Почему нигде не написано, типа, 10 очков Гриффиндору, 10 очков Кагаме, там, не знаю, почему? Как я должна была это понять? Типа, я же не выбирала пойти с Кагаме, я выбирала пойти на крышу, она могла там быть, а могла там не быть, откуда я знаю? Там что, у нее кабинет реально? Что за бред? Короче, ничего я не понял. Это подстава. Короче, если он в конце окажется с Кагаме, это подстава. Меня подставили, я в этом не виновата. Сегодня надо обязательно с ней поговорить. Не надо, нет, не надо. Опять очков наберем. Многоточие. Я даже не заметила, как мы дошли до школы. О, Саятян! Воскликнула Химицу и уже собиралась подойти к подруге, но тут же остановилась и виновато посмотрела на меня. «Иди, иди, увидимся позже!» Она улыбнулась и убежала. Ни хрена себе, она прям, ну типа, как цепной пес. Ну, типа прям, ой, можно, можно? И пока хозяин не скажет, что можно, нельзя бежать. То есть, типа, она даже не могла просто повернуться и сказать, «О, Никукун, я вижу свою подругу, давай увидимся позже». Нет, она такая, типа, увидела подругу, потом оглянулась на него, он ее... Так, признавайтесь, создатели, признавайтесь, вы опустили тот момент, что он ее бьет за кадром? В чем дело? Я не понимаю. Да и у меня свои дела. Избить еще кого-нибудь. В раздумьях я пошел по школьному двору, как вдруг услышал веселые крики со стороны бассейна. Кому-то явно живется проще, чем мне. Интересно, кому же? Я медленно направился к ограждению и спрятался за кустами. В бассейне плескался параллельный класс. Здравствуйте. Ничего интересного, и я уже... Так, кстати, что значит ничего интересного? Это же превьюшка. Добрый вечер. Прекрасно. Ничего интересного, и я уже собрался идти на урок, но мой взгляд остановился на Элли. Она выглядела грациозно, можно сказать, даже аристократично, и в школьной форме, и в неформальном прикиде, и в купальнике. Солнечные блики отражались от воды, отражаясь от воды, бегали по ее гладкой коже, намокшие волосы развивались на ветру, а улыбка была такой ослепительной, что не выделить Элли среди остальных девочек было просто невозможно. Интересно, всегда красота идет в комплекте с богатством и успехом? Кстати, интересный вопрос. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. В любом случае, ей точно живется куда проще, чем мне. Да как бы 50-50, знаете ли. И дело даже не в событиях последних дней. Элли просто не нужно задумываться о будущем. А что я? Закончу школу и пойду работать за еду? В другой жизни мы могли бы поменяться местами. Хотя, возможно, и в этой существует ее полная противоположность. Кагаме. Может быть, Элли привлекательнее внешне, но я поймал себя на мысли, что сравниваю... О, что? Что сравниваю теплое с мягким?
Вот опять. У него случаются иногда какие-то приходы, которых я не могу понять. Или это у меня приходы? Очень тяжело разобраться в этом моменте. Может быть, Элли привлекательнее внешне, но я поймал себя на мысли, что сравниваю теплое с мягким. Ладно, я не понимаю, правда. Слишком тупая для этой игры. Или скорее девушку, закутанную в огромный пуховик в валенках и с толстым шерстяным платком на голове, с девушкой в вечернем платье и с профессиональным макияжем на лице. Угу. Кагаме. Действительно, нет у меня времени любоваться глянцевыми пейзажами с прекрасными девушками. Я уже собиралась... О, она торчит его моська, блин, любопытная. Я уже собиралась уходить, как вдруг Элли посмотрела прямо на меня и застыла на секунду. Блин, может быть, это превьюшка будет, я даже не знаю. Расстроенное лицо для этой игры подходит намного лучше, чем довольное ее до этого, которое было. Вдруг закричала она и замахала руками в мою сторону. Но вот только этого и не хватало. Тут же все ее одноклассники уставились на меня. Теперь в школе прослыву еще и извращенцем. В Японии с этим строго. А что дальше? Лентяем был, хулиганом был, тунеядцем был, извращенцем не был. Ладно, неподходящее время для раздумий. Убежав. Я пригнулся и припустил подальше от бассейна. Остановился только возле входа в школу и обернулся. Погони не было. Уверен, что среди кустов им не удалось разглядеть мое лицо. А значит, рано я пожаловал себе титул извращенца. Придется еще поработать, чтобы его заслужить. Да не надо уже работать, мне кажется, над этим, пожалуйста. Давай над чем-то другим поработаем. Поищем, например, кто тебя преследует. Я уже закончил переобуваться и собирался идти на урок, но тут внезапно услышала за спиной окрик. О, она все-таки бежала за ним. Эй, ты! Передо мной стояла запыхавшаяся Элли, все еще в купальнике. Когда я уже начала думать, что ты нормальный, подглядывать за девчонками! Ну, там еще и мальчики были, справедливости ради. Я решил косить под дурачка. Не понимаю, о чем ты. Кстати, привет, да. Не прикидывайся, я видела тебя только что около бассейна. Около бассейна? Что мне там делать? Я и плавать-то не умею. Ну, на самом деле умею, но плохо. Хватит придуриваться! Перебила она меня и подошла ближе. Если ты почему-то думаешь, что выйдешь сухим из воды, ну, из воды вообще сложно выйти сухим. Я взглядом показал на ее купальник. Что? Господи, бедная девчонка, я не могу. Элли пару секунд пыталась понять, что происходит, но наконец до нее дошло. Ты извращенец! Я же сказал, не надо работать, все нормально. Она прикрылась руками и спряталась за шкафчиком. Проходящие мимо школьники и так подозрительно косились в ее сторону, но после такого маневра вовсе стали обходить нас на почтительном расстоянии. То есть в купальнике нормально? Что там твои парни-одноклассники? Нормально, а тут передо мной нет. Похоже, Элли просто меня не слушала и продолжала скалиться и сверкать глазами, словно загнанный в угол лев. Конечно, сейчас ты несколько не в форме одета для школы, но все же. Это все ты виноват! Похоже, она начала понимать смысл моих слов и даже немного выглянула из-за шкафчика. Вуайерист проклятый! Вот подходящее слово для него, хотя оно недостаточно оскорбительное. Мне кажется, извращенец лучше будет. Да не подглядывал я, просто шел мимо. Что я виноват, что у нас бассейн на таком месте построили? А место и правда странное, что уж говорить. «И зачем тогда смотрел?» — сказала Элли, немного успокоившись. «Да просто задумался. Плохое оправдание, как бы там ни было, в сухом остатке все равно выходило, что я подглядывал». «Ну ладно, извращенец я, довольна?» «Николай, лениво рожденный из дома Анохиных, отец похоти, король хулиганов, тунеядцев и будущих бомжей». Элли слегка улыбнулась. «Ты какой-то странный, на тебя даже разозлиться нормально не получается». «Я с этим справляюсь прекрасно, не знаю, что с вами не так, девушка». «Это комплимент?» Подул прохладный ветерок, и она поежилась. «Смотри, у меня! Прощаю, но до первой выходки!» Элли побежала назад к бассейну, опустив голову и не смотря по сторонам. «Интересно, насколько этот инцидент подпортил ее репутацию королевы школы?» Или она совершенно незыблема и необходимо нечто большее, дабы окружающие заметили, что королева-то голая?
Нифига себе отсылочки. Посмеиваясь, я зашел в свой класс. Случай с Элли поднял мне настроение и отвлек от тревожных мыслей о предстоящем разговоре с Кагаме. Впрочем, ее парта была пуста. «Больно ты радостный с утра. Что-то случилось?» «От Кёски ничего не скроешь. Ну, так, кое-что. Если сказать, что я видел Элли в купальнике, то его, наверное, инфаркт хватит. Ну и что же?» «Да и неважно. Секреты, значит. Не секреты, просто неважно. Иногда кажется, что ты скрываешь какие-то государственные тайны. Это с чего вдруг?» «Неважно», — ехидно ответил он, передразнивая меня. «Ну, как знаешь. Эй, погоди, и это все?» «Да. О чем еще говорить?» Я кинул взглядом класс в поисках Кагаме, но она так и не пришла. Не было также и Кэтрин, но это меня сейчас, на удивление, не сильно волновало. «Расскажу, если выиграешь, у меня спор». Глаза Кёски загорелись. «Что за спор? Ты должен молчать весь сегодняшний день». Вот какая гнида! Вот какая гнида! Это как, типа, с детьми в молчанку играть, знаете? Типа, они же не соображают, зачем ты это делаешь. «О, какой-то... Вот вечно ты так...» Прозвенел звонок, и почти сразу же в класс вошел учитель, а за ним Кагаме. Ладно, еще целый день впереди, многоточие. Урок тянулся медленно, вдвойне. А, господи, я что-то подумала, что меня уже все переглючило. Кстати, я почему еще меня переглючило? Потому что я отвлеклась от одной мысли. Вы видите здесь парней на этом рисунке? Я сейчас даже вам вот так сделаю. Вы видите здесь парней? Почему в этом классе одни девочки? Нет, может быть, вот этот парень. Может быть. Но что-то я думаю, что нет. Еще почему он не по форме одет? Что за непорядок вообще? Что не так с этим классом? Почему я не замечала этого 4 серии? Так, урок тянулся медленно, вдвойне медленнее, потому что я раз за разом прокручивала в голове вчерашний вечер. Кагаме видела меня. Не могла не видеть. И наверняка именно она вызвала полицию. Допустим, у нее были для этого какие-то основания, по крайней мере, с ее точки зрения. Но если Кагаме и этому Акире Мариюке действительно нечего скрывать, то зачем тогда все это? Куда проще выйти и сказать, что я ошибся, и никаких Синзи тут отродясь не водилось. Хотя бы меньше подозрений. Многоточие. Я вскочил со своего места и бросился к Кагаме, как только учитель сказал, что урок закончен. Нельзя было дать ей уйти. «Нам надо поговорить». Она поджала губки и нахмурила брови. «О чем?» «Плохая из нее актриса. Ей бы уроки у Химицу брать». «Ты знаешь, о чем? Не ломай комедию. Прошу тебя, хотя бы не в классе». «Я не понимаю. С другой стороны, дело твое. Мне-то наплевать, что обо мне подумают. А тебе?» Кагаме быстро оценила ситуацию, но пока мы одноклассников не особо интересовали. «Пошли». Она кивнула в сторону двери. Многоточие. Вот мы опять на крыше. Мы сейчас опять ее очки набираем. Я сейчас даже вообще ничего не выбирала. Через минуту мы вышли на крышу. Я слушаю. Скрещенные на груди руки и сосредоточенное выражение лица не оставляли сомнений, что она знает, о чем пойдет разговор. Ее волосы красиво развивались на ветру, а фигура напоминала древнеяпонского полководца, сосредоточенно наблюдающего с холма за ходом сражения. Еще пару часов назад я думал, что нельзя сравнить барышню Элли и крестьянку Кагаме, но сейчас уже не был в этом уверен. Потому что... Извращенец... Тунеядец, щей бабник. Вуменайзер, окей? «Ну», — наконец нетерпеливо произнесла она. «Так и будем стоять?» Я вышел из легкого оцепенения и сказал: «Объяснишь свои вчерашние действия?» Многоточие. Лицо Кагаме словно застыло в камне, становясь все больше похоже на лик статуи. «Ладно, тогда давай я буду говорить за тебя. Вчера ты просто испугалась, что какой-то подозрительный тип ломится к тебе в ресторан после закрытия и вызвала полицию». Многоточие. «Это для вас нормальная практика? Такими теплыми ваши заведения?»
Теплыми, господи, что? Теплые, это я теплая. Такими темпами ваше заведение всех клиентов растеряет. Поел суши и на автозаке в камеру отдыхать. И кто такой Акира Мориюки? Твой отец? Дядя? Может быть, муж? При слове «отец» щека Кагаме дернулась. Она совершенно не умела скрывать свои истинные чувства. И вот эта маска отчужденности – ее единственный выход. Впрочем, не помогло. «Отец, значит?» «Ну, понятно. Может, ты еще и Акиру Синзи знаешь?» «Многоточие». «Да не волнуйся ты, он просто мне нужен по одному делу». Кагаме все так же стояла и пристально смотрела куда-то в сторону. Хорошо, что не на меня. Ее холодный взгляд в другой ситуации обязательно бы заставил отвести глаза. Но сейчас я слишком завелся. «Ну хватит уже! Что ты скрываешь?» «Я ничего не скрываю», — наконец ответила Кагаме с легким надрывом в голосе. «И тут меня осенило. А что, если дело не в каком-то конкретном Николае Анохине? Вдруг она просто боится?» «Слушай, если ты подумала, что я... В смысле, тебе нечего бояться?» Кажется, я дал слабину, и Кагаме тут же переменилась в лице. «Бояться? Тебя? Вот еще! Я вообще не понимаю, что тут, про что ты тут речи толкаешь. Просто не хотела разводить этот балаган в классе, вот и пошла с тобой». «Ага, вот как мы теперь заговорили». Я понимал, что она врет. Она понимала, что я это понимаю. Вопрос только в том, хватит ли ей уверенности стоять на своем. И что такого скрывает эта с виду тихая, нелюдимая девочка? Ладно, если на этом все, Кагаме направилась к выходу на крышу, но я резко переградил ей путь. Выход на крышу? Выход с крыши. Ну, короче, да, мы поняли. Мы все друг друга поняли, все правильно, все нормально. «Не все, Ивамура-сан, извольте все-таки объясниться. Или ты хочешь сказать, что не живешь в ресторане Дары Моря на набережной и вчера меня не видела?» «Именно так!» – неожиданно спокойно ответила она. «Мы зашли в тупик». «Но не буду же я ее пытать в самом деле». «Прошу». Я отошел на шаг и сделал рукой жест в сторону выхода. Кагаме быстро, но не слишком, прошла мимо, даже не посмотрев на меня. Многоточие. Понятно было одно, ей есть что скрывать. А я пытаюсь выяснить, что именно, чем именно занимался мой отец в Кобаяши Корпорейшн. Проверяю информацию. Я уже придумываю слова. Зачем я это делаю? Проверяю наводку Ичиносе, еще этого пресловутого Акиру Синзи. И по ходу своих поисков я сталкиваюсь с одноклассницей Ивамурой Кагаме, робкой, хотя бы на первый взгляд, забитой девочкой, которая явно мечтает лишь о том, чтобы к ней не приставали. Где тут логика? Может быть, все это правда чудесное совпадение, а она себя так ведет просто потому, что боится. Многоточие. Я вернулся в класс и тут же попал на допрос к Кёске. «Ник, куда это ты уходил с Ивамурой?» «Не твое дело», — огрызнулся я. Не было совершенно никакого желания придумывать оправдание, в которое он не поверит. «Странную ты цель выбрал, старый ловил». «А чё странную? Симпатичная девчонка. Чё странную? Всё нормально, я считаю». Да нет, вообще неправильно. Все неправильно, я считаю. Я считаю, что никто нам не нужен. Точно, все, я забываюсь уже. Кёски ехидно усмехнулся. Усмехнулся и легонько толкнул меня в плечо. «Уйди по-хорошему», рявкнул я, и он тут же испарился. Начался следующий урок. «Нет, не верю. Не может это быть просто случайностью. Кагаме имеет какое-то отношение к Акире Синзи или хотя бы что-то знает. Я твердо решил проследить за ней сегодня». Уроки тянулись мучительно долго. На переменах я трепался с Кёски, не спуская глаз с Кагаме, даже обедать не пошел, чтобы не терять ее из виду. Однако ничего подозрительного не заметил, да из чего бы. И вот учебный день подошел к концу, школьники начали собираться домой. Я быстро покидал учебники и тетрадки в портфель и выбежал из класса. Только не хватало мне сейчас Химицу, которая наверняка придет. Она отвлечет, задержит, и тогда Кагаме удастся уйти. Я спрятался за столбом на другой стороне улицы напротив школьных ворот. Минуты ожидания тянулись нереально долго. Мой взгляд то и дело останавливался на... Нет, подождите, то есть не будет Химицу, да? Она не прибежит. К чему этот выпад был сейчас? Вот к чему был? Она даже не пришла, ее даже здесь нет. Он все равно свои 3 копейки вставит про то, как она его задолбала. Вот что за человек?
Если верить им, то прошло всего ничего. Но в голове плотно засела мысль, что Кагаме все знает и уже давно на пути домой, ловко сбросив хвост. Вот уже толпа школьников начала редеть, последний урок закончился добрых полчаса назад. А непростая девочка-то в итоге оказалась. Я помедлил еще пару мгновений и быстро перешел дорогу. Надо вернуться в школу и проверить, вдруг Кагаме что-то задержала. Хотя, вот, собственно, и она. И смотрит прямо на нас. На нас прям. Наша слежка раскрыта. Ивамура вынырнула из-за ограды и спокойным шагом направилась в сторону станции. Я буквально застыл на месте, и нервы и мускулы натянулись до предела, лишив меня возможности двигаться. Но нельзя, чтобы она заметила. Я сделал титаническое усилие над собой и прошел мимо Кагаме, лишь мельком взглянув на нее. Она же, как обычно, на меня и не посмотрела. Ну что же, так лучше, чем вообще никак. Ладно. Сейчас меньше всего хотелось думать, что она все это время следила за мной, ждала ошибки. Да и почему я так сразу втянул Кагаме в свои шпионские игры? Конечно, если у меня паранойя, это еще не значит, что за мной не следят. Расстояние между нами стремительно увеличивалось, как дистанция между машинками из школьной задачи, выехавшими из одного пункта в разные стороны. Однако в Дано к задаче был и общий пункт назначения – ресторан «Дары моря». По крайней мере, мне хотелось в это верить. Попасть в район, где он находился, быстрее всего можно на метро, поэтому было очевидно, с какой стороны приедет Кагаме. Строю ли я один сегодня из себя честного детектива, или это таки игра для двоих, бежать она не будет? Я теряю смысл. Я не понимаю, это от того, что я устала, или от чего? О, сегодня было занятие по вьетнамскому, я, возможно, перегрелась. А вот мне ничего не мешает выбрать другой маршрут и оказаться возле станции раньше Кагаме, многоточие. Токийское метро — это вообще разговор отдельный. Конечно, ему далеко до величественной архитектуры сталинского ампира, но это про московское метро речь. Направление в архитектуре, отличающееся масштабом и помпезностью. Ведь главное в столичной транспортной системе — функциональность. Огромное количество станций и пересадок, сотни километров путей, интегрированность метрополитена и пригородных поездов. Мы с Химицу ходили в школу пешком, поэтому я не часто оказывался в этом человеческом муравейнике. Наверное, где-то в глубине души он меня пугал, как и многое японское. Взять хотя бы тот факт, что стоя в вагоне, я был на полторы головы выше общей массы, блин. Однако толпы народа сейчас как раз играли мне на руку. Кагаме будет сложнее заметить меня, только присесть надо немножечко, даже если она будет специально искать. В этот раз ждать долго не пришлось, и Ивамура появилась у входа в метро прямо как по часам. Может быть, тогда ее просто задержали в школе? Я сел в соседний вагон, пока что все как будто идет по плану. Мы вышли на той самой станции, где я был вчера. Ну все, теперь-то я ее поймал, теперь не отвертится. Узкие улочки набережной перетекали одна в другую. Мне все сложнее становилось не терять Кагаме из виду, учитывая, что проходить слишком близко было опасно. Поворот еще один, и вот впереди только вереница торговцев рыбой да местные детворы. Я остановился и осмотрелся, Ивамуры нигде не видно. «Твою мать!» — выругался я вслух под неодобрительные взгляды подозрительных бабушек, косо таращащихся на меня из-за прилавков. «Ну-ну, как некультурно!» — послышался сзади знакомый вздох. Это была Кагаме. «Но как?» Сейчас говорить что-то было бесполезно, поэтому я просто ждал, что скажет она. «Знаешь, ведь можно было просто тебя проигнорировать», — произнесла Кагаме задумчиво. «Но ты не похож на человека, от которого стоит ждать опасности, поэтому спрошу прямо, чего тебе надо?» И опять стало собой выражение надменности и недовольства.
тут же вернулась на ее красивое лицо. Однако, как ситуация поменялась за каких-то пару часов. Тогда на крыше я допрашивал ее, играя на своей территории. Я был уверен в своей правоте. А что получается теперь? Я слежу за школьницей, слежу уже довольно долго, а мы же в Японии. Заявя она в полицию, и может так выйти, что все мои проблемы окажутся не такими уж важными по сравнению с перспективой получить иск за домогательство. Я уже говорил. Но важно было сохранить хорошую мину при плохой игре. Или думаешь, что я тебе так просто поверил? Кагаме слегка улыбнулась. А ты упорный, конечно. Ну, я все уже сказала. И вновь холодное презрение. Ну и зачем тогда весь этот спектакль? Могла бы, как вчера, просто проигнорировать, вызвать полицию. Как ты вообще так легко меня заметила? Привычка. Привычка? К чему? Ай, да тебе не понять. Неожиданно завелась она. К тебе же не пристают каждый день деньской? Бедная девочка. Пристают? Кто ко мне пристает? Ты о чем вообще? Я тоже разошелся и хоть и заметил, что Кагаме погрустнела, не придал этому особого значения. Неважно. Она топнула ногой и этим действием почему-то напомнила мне Химицу. Если бы с Кагаме все было так же просто. Мы не закончили. Закончили. Многоточие. Кагаме быстро шла по набережной, явно направляясь в сторону ресторана «Дары моря», а я старался не отставать, следуя за ней в паре метров. «Как видишь, я никуда уходить не собираюсь!» — крикнул я. Наверное, даже громче, чем следовало бы. Она резко остановилась и, не оборачиваясь, сказала с надрывом. «Ну что вам всем от меня надо? Почему вы просто не можете оставить меня в покое? И без вас тошно!» Вы даже не представляете, как живется простым людям. А я-то тут при чем? Я как раз самый что ни на есть простой человек. Кагаме не отвечала. Слушай, я понимаю, что тебе нелегко. Эти отморозки в школе и все такое. Но поверь, я совершенно не похож на них. И не собираюсь над тобой издеваться. Просто так вышло, что ты, скорее всего, как-то связана с одним делом, которое меня касается напрямую. Кагаме не отвечала. Господи, думаешь, будь моя воля, я бы связался с тобой? Тебе нелегко, конечно. Я-то тут просто развлекаюсь. Ладно, не хочешь разговаривать и не надо. Что он? Я не понимаю, он ее обидел или нет. Я обиделась. Не знаю, как она, но я обиделась. Как обычно. Я развернулся и быстро зашагал в сторону станции. Подожди. Донесся еле слышный в шуме моря голос Кагаме. Ну? Коротко спросил я, вернувшись к ней. Сначала ты, неуверенно сказала Ивамура, избегая смотреть мне в глаза. Что я? Сначала ты расскажи, что тебе нужно от Акиры Мариюки или Акиры Синзи. Какое у тебя к ним дело? Сейчас Кагаме совершенно не вызывала у меня никаких опасений, но почему бы не рассказать ей правду? Или хотя бы часть правды? Я недавно узнал, что Акира Синзи работал вместе с моим отцом и еще одним человеком в Кабаяши Корпорейшн. У меня есть к нему кое-какие вопросы. И какие же? Кагаме тут же заинтересовалась. Извини, я не хочу сказать, что это тебя не касается, хотя это возможно и так. Просто не хочу подвергать тебя опасности. Да плевать я хотела на нее, по большому-то счету. А от этих мыслей где-то глубоко внутри появилось тягучее чувство стыда. Это личная информация. Ага, значит, из меня выпытывать личную информацию можно, а ваше высочество вправе хранить любые секреты от жалкого быдла? Нет, ты меня неправильно поняла. Кагаме пошла на второй круг. Она была настолько зациклена на своих проблемах, что взрывалась каждый раз, как только что-то напоминало ей о них. Ладно. И другого выхода у меня просто не было. Я недавно выяснил, что знал далеко не все о работе своего отца. Точнее, не знал, по сути, ничего. Я получил странную записку. Мне среди ночи звонили странные люди. Вот я и пытаюсь понять, что вообще происходит. Мне удалось найти старого коллегу отца, который посоветовал мне разыскать Акиру Синзи. Мол, он должен знать больше. Записка, звонок. Во что ты вообще собирался меня впутать? Да ни во что я тебя не втягиваю. Ты еще минуту назад не знала обо всем этом ровным счетом ничего и жила себе спокойно. Да, это вот я глупость ляпнул. То есть тебе нечего бояться. Ты ведь никак не связана со мной и моим отцом. Да, но...
Да за что мне все это? А я как бы связана с Акирой, с обоими Акирами. Я удивленно посмотрела на Кагаме. Неужели все оказалось так просто? Однако она как будто уже все сказала и лишь сосредоточенно изучала неровности брусчатки. Ивамура-сан. Слишком официально. Впрочем, она все же нехотя продолжила. Акира Синзи — это мой отец. Он действительно раньше работал в Кобаяши Корпорейшн, но потом его сократили, и ему приходится помогать моему деду Акире Мариюке в ресторане. И что тут такого секретного, что ты не могла раньше рассказать? Просто потому что... насупилась Кагаме. А почему у тебя с отцом разные фамилии? Они с мамой развелись, когда я была еще маленькой, и я жила с ней под ее девичьей фамилией. Но недавно мама умерла, и я переехала к отцу. Мне очень жаль. Ну да, конечно. Ухмыльнулась Ивамура. Нет, ты права, я не знала твою мать, не знаю твоего отца, не знаю тебя, в конце концов. Но что мне теперь, изображать фальшивое сочувствие или вообще промолчать? Это же просто норма приличия. Кагаме была не готова согласиться ни с чем, никогда, но понимала, что все же не права, поэтому просто проигнорировала мое замечание и продолжила. Я ничего не знаю о работе отца, но ведь он еще не такой старый. Уверена, он легко бы нашел работу по специальности, но... «Но его никуда не берут», — догадался я. Она кивнула. «Все это очень странно. Смотрите-ка, ну просто Шерлок Холмс, а я тогда, получается, доктор Ватсон». Она притянула кончики волос к носу, изобразив усы. Я невольно улыбнулся. «Если ты хочешь быть Ватсоном, я не против, а наш путь лежит в ресторан «Дары моря». «Нет», — тут же вернулась в свое привычное состояние, — ответила Кагаме. «Почему нет?» «Нечего тебе там делать. Я поговорю с отцом и потом тебе все расскажу. А тебе не кажется, что все происходящее и меня немного касается? Ну и зачем ты нам там нужен? Ты ведь и сам ничего толком не знаешь». «Да, это правда, но вот и все. До связи». «Кагаме, подожди». Я схватил ее за руку и тут же почувствовал, что она задрожала. «Блин, нафига ты ее триггеришь, козлина?» «Интересно, что...» Для нее было более непривычным физический контакт или обращение по именам. «Извини, я не хотел». Кагаме застыла на месте, обхватила себя руками и как будто даже уменьшилась в размерах. «Ну ладно, что-то такого в самом деле». «Значит, ты не отстанешь?» – тихо спросила она. «Как видишь». «Ладно, пошли». «О, наконец-то сюжет будет, сюжет». Дорога до ресторана «Дары у моря» заняла куда больше времени, чем я предполагал. Наверное, потому что вчера к станции я возвращался большей частью бегом. И вот обязательно вчера было вызывать полицию. Кагаме лишь пожала плечами. «Может быть, у нас тут есть общий интерес, так что не надо себя вести так, не надо себя вести вот так». Она подняла голову и удивленно посмотрела на меня. «А как я себя веду?» «Ай, да ладно, все, проехали». И я махнул рукой так сильно, что случайно задел проезжавшую мимо повозку, и толстая рыбина полетела по мостовой, плавно скользя по булыжникам, и каким-то чудом ни в кого не врезалась. «Да чтоб тебя!» Я погнался за ней, столкнулся с жирной теткой, угу, без фетшейминга никак, в кимоно, да так неудачно столкнулся, что даже отскочил в сторону. Лавируя между людьми, я наконец нагнал сбежавшую рыбу, однако, когда вернулся к Кагаме, то и повозке уже и след простыл. «Ты вообще нормальный?» – весело засмеялась девочка. Засмеялась искренне и от души, на мгновение забыв обо всем, что случилось между нами, и о том, что еще случится. «Ничего не случится!» Я смутился и отвернулся, чувствуя, как краснею. «На вот, это тебе!» – я протянул рыбу к Кагаме. «Спасибо, отличная скумбрия!» Она со знанием дела осмотрела рыбу. «Только не жди, что я тебе из нее что-то приготовлю. Да я как бы... У тебя на это подруга есть». «Кэтрин? Опять Кэтрин? Та с рыжими волосами. Интересно, она их красит или как?» «Откуда ты знаешь про химицу?» «Я ведь не слепая». «Ну да, типа того. Ты, наверное, тоже хорошо готовишь?» «Наверное», — коротко ответила она и тут же добавила. «Пришли».
Сегодня ресторан дедушки Кагаме оказался открытый, внутри было шумно и многолюдно. Ну, угощение я действительно не заслужил, но проголодался здорово. Надеюсь, за свой-то счет у вас можно отобедать? Жди здесь, я поговорю с отцом и вернусь, сказала Ивамура тоном, не терпящим возражений. Слушаюсь и повинуюсь, моя госпожа. Вот только так и разговаривай с людьми теперь. Я присел на бордюр, облизываясь на вкусные запахи, доносящиеся изнутри. С виду у Кагаме как будто все не так плохо. Дед владеет рестораном, отец до недавнего времени был не последним человеком в Кобаяши Корпорейшн. Почему же тогда к ней так относятся? Ведь даже если ты не можешь за себя постоять, на помощь всегда придет социальный статус. Да, конечно, это не уровень зажравшихся мажоров из нашей школы, но и не полное дно общества. «О чем задумался парень?» — обратился ко мне выходящий из ресторана подвыпивший развощекий старичок метр с кепкой ростом. «Да я тут жду кое-кого». «Подружка, небось!» Он, кажется, начал улыбаться еще шире, и узкая полоска глаз почти совсем исчезла. Можно и так сказать, подругу по несчастью. «Эх, молодо зелено!» Старик неспешно направился прочь, напевая под нос старую японскую песенку про Катю. Старую японскую песенку про Катю. Интересно, что это за песенка такая про Катю японская? Хочу послушать. Я поймал себя на мысли, что отреагировал на это достаточно спокойно. Наверное, потому что сейчас просто не до того. Надо было отхреначить деда за тупые вопросы, не в попад, да? Что как надо было неспокойно отреагировать, блин? Я уже собирался-таки ознакомиться с меню ресторана «Дары моря», как вдруг дверь распахнулась, и оттуда выбежала взволнованная Кагаме. «Они забрали! Забрали отца!» «Что? Кто его забрал?» Она ошеломленно смотрела на меня, жадно ловя ртом воздух. «Они забрали отца! Кто забрал? Куда забрал?» Ее глаза сверкнули, и Кагаме сделала шаг назад. «Это ты! Это все ты виноват!» «Да подожди ты, успокойся и подумай логически. Если виноват я, зачем мне разыгрывать весь этот спектакль?» Однако взывать к голосу разума было бесполезно. «Ну посуди сама, я же и буду первым подозреваемым. К тому же мне тоже угрожали!» «Просто я не хотел говорить, не хотел тебя пугать, извини!» «Я низко по-японски поклонился. Возможно, именно из-за меня это случилось с твоим отцом. Не знаю, какой реакции я ожидал, но Кагаме немного смягчилась. Однако выглядела мрачно, как Фудзияма перед грозой». О, как красиво! Я хочу так описывать людей. «Дед говорит, что днем пришли двое прилично одетых мужчин». Мне сразу вспомнился тот мужик, что следил за мной пару дней назад. Попросили поговорить с отцом. О чем они говорили, дед не знает. Затем папа ушел с ними, попросив деда не волноваться. Но как тут не волноваться? Я задумался. Кагаме была явно права. Повод для беспокойства есть, да еще какой. Сейчас я был абсолютно уверен, что все события здесь взаимосвязаны. Записка, звонок, иченосы, похищение отца Кагаме. Они что-то скрывают и умело заметают следы. Но почему бы просто не убить меня? Кто заметит пропажу школьника-сироты? Нет. Тут явно происходит что-то более серьезное. «Нам надо позвонить в полицию», — решительно сказала Кагаме. «Если все так, как я думаю, полиция нам тут ничем не поможет». «Да что ты можешь знать? Сама подумай, речь идет о Кобаяши Корпорейшн. Кобаяши, понимаешь? Да у них вся Япония под колпаком. Я пойду звонить, а ты делай, что хочешь». Так, попытаться ее остановить, ничего не делать. Ну, по сути, вообще ничего же не будет плохого, если она позвонит в полицию. Они приедут такие, что-то мы ничего не знаем, какие-то мужики. Тут там, как убьют, вот тогда звоните. Трое суток, когда вот его не будет, тогда пожалуйста. Ну, ничего они не сделают, я думаю. Давайте ничего не будем делать. Да ради бога. Я был абсолютно уверен, что звонок в полицию не даст никаких результатов, но это попросту не мое дело. Взбешенная Кагаме вернулась буквально через минуту. Они сказали, что не видят случившемся ничего страшного, странного. Что отец по своей воле пошел с теми типами. Или типами. Типы — это типа гэнгста-сленг. Да как они могли? А я что говорил? Она бросила на меня гневный взгляд. Кобаяши Корпорейшн, помнишь? Да какой Кобаяши Корпорейшн? Типа, просто ты звонишь в полицию, говоришь. Здравствуйте, мой отец ушел с двумя мужиками, прилично одетыми. Сделайте что-нибудь. Они скажут,
ты дурная? Ты опять выходишь на связь? Типа, что происходит? Ну, ушел и ушел, потом вернется. Ну, типа, правда, состава преступления нет, понимаете? На лице Кагаме гнев постепенно сменился отчаянием. И что нам теперь делать? Вот теперь, значит, нам. Впрочем, сейчас совершенно не хотелось заострять внимание на выборы формулировок, наконец-то. А твой дед больше ничего не говорил? Он уже не молод. После долгой паузы ответила она. Многое понимает не так или не понимает вовсе. Если бы не я и еще пара работников, ресторан бы давно загнулся. Да, а мне с виду он кажется вполне преуспевающим. Кагаме грустно улыбнулась. И все-таки это и началось именно с тебя, сказала она серьезно, но без упреков в голос. А, я сказала с упреком в голос. Ну, я не жалею об этом. А, так. Постхок эрго... А, типа, вследствие не значит по причине, да? Наверное. Это, наверное, латынь. Я не говорю на латынь. Я просто думаю, что, наверное, по контексту... Не давите на меня! Это лишь следствие чего-то большего. Я, ты, мой отец, твой отец. Мы лишь пешки в игре. Ты себя вообще слышишь? Пешки в игре. Рассуждаешь, как кто? Не знаю, не хочу всего этого. Мне и так не сладко живется. Может, ты напрямую и не виноват, но если бы держался от нас подальше... Я смотрел на нее и все никак не мог понять, когда же она начнет плакать. Господи. Будь на ее месте Химицу, слезы бы текли рекой еще, наверное, при нашей первой встрече у станции. Даже Кэтрин бы столько не выдержала. Признаться, я и сам с трудом понимал, как сохраняю кажущееся хладнокровие. А Кагаме, да, она злилась, кричала, вела себя нерационально. Да что там, просто глупо, но при этом упорно стояла на своем. Может быть, это не прямая просьба с нависающей угрозой, не прямая борьба с нависающей угрозой, не заход на опасность с шашкой наголо. Такая реакция скорее сродни молчаливой незыблемости тысячелетнего утеса. Его бьют ураганы и шторма, точат дожди, хлещут ветра, но он остается все в том же месте через тысячи лет, не продвинувшись ни на шаг вперед, но при этом и не сдав ни сантиметра назад. Она привыкла так жить, а я просто взял и влез в ее стройный мир, принеся с собой хаос и разрушение. Ладно, ты права, не стоило мне тебя во все это впутывать. Я развернулся и уже собирался уходить, но Кагаме меня остановила. Нет уж, так не пойдет. Если уж втянул меня во все это, то и неси ответственность. У тебя есть что-то на уме? Да, есть кое-какая идейка. Ты говорил про Кабаяши Корпорейшн. Оттуда и начнем. Но как ты собираешься? Встретимся завтра в сквере напротив их офиса в центре. Но... А сейчас мне пора работать. Как ты можешь в такой момент думать о подобных вещах? Искренне удивился я. А что? Если не я, то кто поможет деду? От отца никакой особой пользы не было. Он хорош в высоких материях и теоретической науке. А вот когда надо нашинковать капусту... Кагаме тяжело вздохнула. Завтра, в полдень. «Да, да, хорошо». Она скрылась за дверью, и до меня донеслись пьяные выкрики. «Кагаме-тян! Кагаме-тян!» В окнах густел тусклый свет. Давно пора поменять лампочку. Глухо скрипнула входная дверь, и из кухни послышалось «Никокун!» «Интересно, есть у нее особый детектор, позволяющий определять мое приближение?» «Ты же сам сказал, что дверь скрипнула!» А она ждет, у нее слух обострен. Я заходила к тебе в класс после уроков, но Кюски-кун сказал, что ты сразу ушел. Да, просто не выдержал бы и секунды больше в его обществе. Да он по всем прошелся, и по Кюски, и по Химицу, по всем. Чего они все им плохого сделали? Я попытался отшутиться, но Химицу, похоже, была не в настроении хохмить. Да, ну ладно, садись ужинать, сказала она своим обычным нравоучительным тоном. Как будто и не было событий последней недели. А как у тебя дела? О, боже, он поинтересовался ее делами. Ёперный театр. Дожили. Честно говоря, мне просто хотелось забыть этот безумный день. Конечно, как мы могли подумать, что тебе действительно интересно? Нормально. И даже не посмотрела в мою сторону.
Возможно, в другой ситуации я бы постарался продолжить разговор, выяснить, почему она себя так ведет, но сейчас все было понятно. И сколько Химицу так выдержит, хотя, возможно, меня раньше убьют. Очень вкусно! И похвалил еду! Господи, что происходит? Это точно он! На самом деле, я и не обращала внимания на то, что ел. Это точно он. Я рада. Так же безразлично ответила она. Ну что? Он еще и кидает палочки. Дома у себя будешь палочки кидать? А, он дома и есть. Я с грохотом кинул палочки на стол. Что? Так и будешь себя вести? А как я себя веду? Ты знаешь. Не знаю. И тут я понял, что это просто ее способ выражать обиду. А обижаться Химицу действительно есть на что. С другой стороны, не должен я отчитываться перед ней за каждый свой шаг. У меня и собственная жизнь есть, порой опасная жизнь, в которую не стоит ее впутывать. Знаешь, ты права. Я встал из-за стола и прошелся по кухне. Кое-что случилось за последние дни. Лучше рассказать сейчас, ведь неизвестно, что будет дальше. Предупрежден, значит вооружен. Опасность может грозить не только мне, но и моим близким. А ближе Химицу у меня никого нет. Ты не могла этого не заметить. Химицу, не моргая, глядела на меня своими большими зелеными глазами. За мной следят. Точнее, я попал в поле зрения каких-то таинственных людей или компаний. Они напрямую не угрожали мне, но стоит думать, что я в опасности. Никукун. Подожди, дай договорить. Мне было тяжело смотреть ей в глаза, хотя я впервые за долгое время говорил правду. Это все связано с работой моего отца, по крайней мере, я так думаю. Да и, скорее всего, дело вообще не во мне, это что-то большее, а я просто оказался на пути. «Никукун», — упрямо повторяла Химицу, становясь все мрачнее. «Я поговорю с папой, он поможет». «Не надо никому об этом рассказывать!» Неожиданно даже для самого себя закричал я. Она вздрогнула. «Не надо рассказывать! Эти люди! Они...» Тут же вспомнился безрезультатный звонок в полицию. «Они на все способны! У них все куплено!» «Никукун, но как же мы?» «Я познакомился с человеком, который раньше работал с моим отцом. И теперь он исчез. Его забрали, понимаешь, из-за меня. Я не хотел рассказывать про КГМ. Не хотел все дальше втягивать в эту Химицу. Может быть, и тебе угрожает опасность. Если я с тобой, то мне ничего не страшно. Ты же моя маленькая девочка, моя птичка маленькая, господи». Мне, кстати, и про это проспойлерили в комментариях. Может быть, она типа неспроста говорит, пока я с тобой, мне ничего не угрожает. Нет, прости меня, родная, даже ради спасения твоего, нет. Я буду стоять на своем. Она попыталась улыбнуться. Да что за бред ты несешь? Со мной ничего не страшно? Как я могу тебя защищать, если я себя-то защитить не могу? Надо было успокоиться. Извини, может быть, все и не так серьезно, а я просто надумываю. Но в любом случае никому не рассказывай об этом, поняла? Химицу кивнула. Это важно. Она не расскажет, даже под страхом смерти не расскажет. Хорошо, я поняла. И ты, главное, не волнуйся. Я не хотел тебя пугать. Никукун, я рада, что ты сказал правду. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Подожди, а может быть и это, может быть превьюшка. Так много что-то всего происходит. Химицу подошла и обняла меня. Я осторожно погладила ее по голове и прижала к себе посильнее. На мгновение мне захотелось, чтобы все стало как раньше, вернулась моя старая жизнь. И как я мог считать ее скучной? Я просто хотел защитить тебя. Боже мой, она птичка моя плачет, я не могу. Я тоже сейчас начну плакать. Химицу дрожала в моих объятиях, она плакала. Ну что такое? Просто, почему именно ты? Ты ведь не заслужил всего этого. Твои родители, Катитян, теперь вот это. Кэтрин, кажется, давненько я о ней не вспоминал. Да уж, лучше не придумаешь. Наверное, судьба у меня такая. Можно я? Химицу не успела закончить, зазвонил телефон. Что она хотела, блин? В тишине кухни его звук был похож на гром надвигающейся бури. Пока далекой, но уже неотвратимой. Надо бы ответить. Никукун. Она крепче обняла меня. «Да не бойся ты, не каждый же день они звонить будут. У них там тайная организация, а не телефонная станция, в конце концов».
Я мягко освободился от объятий Химицу и прошел в прихожую. Блин, вы, конечно, вот этот и вот их тандем, он, конечно, очень милый был бы, если бы он не был таким уродом моральным. Ну, прям вот очень, вот, ну прям вообще. Ну, я не могу. Мне прям реально глаза на мокром месте. Такая она, господи, светлый человечек такой маленький. Алло. Мой голос не дрожал, но внутри все сжалось. Рюноски-сан, Николай. Я с облегчением вздохнул. Да, Рюноски-сан, слушаю. Это отец Химицу, ой, слава богу. Моя дочь у тебя? Иногда я правда не понимаю, как он допускает, чтобы Химицу проводила у меня дома столько времени. Мог бы найти зятька и получше. Да, позвать ее? Нет, ответил он после короткой паузы. Просто передай ей, чтобы шла домой. Хорошо, обязательно. Я повесил трубку и вернулся на кухню. Твой отец звонил, хочет тебя видеть. Но я сейчас не могу, я... Что, будешь меня сторожить? Не надо, все со мной будет в порядке. Закрой все двери на ночь. Ладно, но завтра я приду прямо с утра. А, да, насчет завтра. Я почесал затылок и отвел взгляд. Завтра у меня кое-какие дела, то есть, ладно, завтра я должен встретиться с человеком, который может мне помочь. Мы встречаемся днем в центре города, со мной все будет в порядке. Я пойду с тобой. Господи, ну что ты опять начинаешь? Тот человек тоже сейчас в непростой ситуации. Если мы будем вдвоем... если мы будем вдвоем, это вызовет подозрение, я ненадолго. Как только вернусь, позвоню. Ладно. Она надулась, но все же уступила. Только помни, что я жду. Она ждет, она всегда ждет. Я не могу, господи. Так точно. Я отдал честь и улыбнулся. Многоточие. Проблемы со сном от безделья, как говорил мой отец. Когда за день вымотался так, что нет сил даже почистить зубы, не приходится волноваться о бессоннице. Кстати, не всегда. Бывает, от стресса вообще невозможно уснуть. Проблемы со сном, к сожалению, не от безделья. К сожалению, если бы все было так просто. Это называется обесценивание. Когда я проснулся, часы предательски показывали без 15:12. Кажется, вчера так устал, что забыл завести будильник. Не знаю, насколько КГМ пунктуально, но опаздывать сейчас мне никак нельзя. А то хорошо получается. Сам втянул ее во все это и в итоге не пришел. До центра мне добираться не меньше получаса, а перед этим надо хотя бы одеться и зайти в туалет. Уже через 5 минут я, сломя голову, выбежал из дома. Сколько будет меня ждать КГМ, учитывая ее характер? Я несся, словно ветер, уворачиваясь от редких прохожих. В субботний полдень на улицах совсем не так многолюдно, как в будни. Мне удалось кое-как войти в нормальный ритм бега, чтобы не задыхаться, но и не сбавлять скорости. Подходящий ли я одет? Может быть, стоило выбрать что-то поцивильнее? У меня точно есть черный костюм с похорон родителей. Нет, в нем я буду выглядеть глупо. Хоть в деловом центре все и ходят в костюмах, но мне, очевидно, маловато лет. Да и цвет у него больно траурный. Чтобы сойти за конторскую крысу, больше бы подошел серый. А вот буквально через несколько лет, возможно, и мне придется слиться с однородной массой этих крыс, которые с утра бегут на тонущий корабль, а вечером стройными рядами возвращаются с него в свои ипотечные норы. Так туда с образованием берут. Туда не берут просто так-то. После школы в офис. Кого берут работать после школы в офис? Ну как? Да надо куда-то идти, это, понимаете, высшее образование. Ты же сам сказал, ты вообще не задумываешься. Вот и все. Никакой канцелярской крысы. Как? Как-то? Я не знаю. Все они живут в некоем экономическом пузыре, который рано или поздно неизбежно лопнет. Люди берут кредиты, чтобы жить лучше, работают, чтобы платить по кредитам, берут новые кредиты, чтобы погашать старые. Вот это еще трэш. Реальную стоимость денег давно заменили нули и единицы в памяти компьютеров, как когда-то они сами заменили натуральный обмен. Несколько десятков тысяч йен, лежащие у меня в кошельке, по сути ничего не стоят. Они не были получены в обмен на мой труд, не были даже выиграны в лотерею. Вероятно, в некоторой степени они отражают мою долю в общем богатстве Японии. Но богатство само по себе не берется из воздуха, а создается человеком. Сколько еще таких собственников мнят себя властителями мира?
И ведь их становится все больше, уверенных в своей исключительности только благодаря разноцветным бумажкам и кривым закорючкам на облигациях. Интересно, как бы я рассуждал, если бы родился в богатой семье, например, как Элли? Или наоборот, сложись жизнь у меня, как у Ивамуры, при прочих равных и кажущемся отсутствии перспектив, меня... Подождите, я опять запуталась. При прочих равных и кажущемся отсутствии перспектив, моя основная проблема на данный момент – это рефлексии. А вот КГМ каждый день вынуждена сталкиваться с реальной взрослой жизнью. Да, вот к рефлексиям у меня тоже есть пара вопросов. При прочих равных и кажущемся отсутствии перспектив, каких прочих равных? Прочие равные что? Я не знаю, я туплю. Ничего не понимаю вообще. Сомневаюсь, что у нее есть банковский счет, с которого можно в любой момент снять нужную сумму денег без необходимости работать. О, Киану Ривз ушел. Наконец, за поворотом показались небоскребы делового квартала. Я быстро перебежал дорогу, чуть не угодив под машину, и оказался в сквере, где мы и договорились встретиться. Кагаме сидела на лавочке и беспокойно крутила головой по сторонам. «Привет! Извини, что опоздал!» Я задыхался и не мог говорить связно. 40 минут!» Она показала пальцем на часы. «Опаздывать!» Можно на 5 минут, ну на 10 минут. На 40 это уже, считай, вообще не пришел. Я посмотрел на время, действительно, 12:40. А мне показалось, что я бегаю быстрее. Но ведь ты еще здесь. А если бы я ушла? Но ведь не ушла. Да, потому что знала, что ты вовремя прийти не сможешь. Это почему же? Она ничего не ответила, лишь еще раз махнула рукой в сторону часов. Ну ладно, хорошо. Но это вышло случайно. Обычно я... Обычно что? Забиваю на школу. Я не понимаю, может быть, реально в каком-то регионе так говорят. Просто у нас так никогда не говорили. Забивать на что-то говорили. Забивать на уроки, забивать на школу. Сплю до 3 часов дня после попоек и не могу вспомнить, о чем договаривался с Химицу. Но, может, пару раз за последние пару лет я и пришел куда-то вовремя. Так что с того? Просто извини. Кагаме посмотрела на меня из-под лобья и усмехнулась. «Слушай, ну хватит уже, так и будем выяснять, кто и в чем виноват, или все-таки делом займемся». «И какой у тебя план?» «План? Я думал, у тебя он есть». Мы стояли посреди скверика, и по дороге с визгом проносились дорогие машины с водителями в дорогих костюмах. «Непременно серого цвета. Ну, приехали», — сказал я по-русски и медленно опустился на лавочку рядом с Кагаме. «Ты ведь сам меня вчера преследовал и заставил прийти сюда!» «Минуточку, это вообще-то была твоя идея!» «Да, но это не важно! Твоя же инициатива!» «Вообще, да, я что-то тоже не понимаю, она же сама сказала, приходи в сквер!» «Я тоже думала, что она знает, что делать, я не знаю, что делать!» «Все, расходимся!» «Ага, инициатива наказуема! Давай для начала успокоимся! Что мы вообще знаем?» «Мне угрожают некие люди. Скорее всего, потому что мой отец работал на Кобаяши Корпорейшн». «Твой отец тоже работал на Кобаяши Корпорейшн, и вчера его похитили». «Более того, вот он перед нами, главный офис Кобаяши Корпорейшн». Я глубокомысленно хмыкнул. «Значит, мы пойдем туда». «Ну и что дальше?» «Посуди сама, 2 школьника приходят в офис крупнейшей в Японии корпорации и не особо последовательно начинают излагать завязку к дрянному детективчику». «Да, хорошо, если нас просто выгонят. Я не намерена тут сидеть, а ты как хочешь». Кагаме рывком встала с лавки и, не обращая на меня никакого внимания, быстро зашагала к зданию Кобаяши Корпорейшн. «Эй, подожди!» Выбора не было, я бросился за ней. Многоточие. Нифига себе, фешенебельно. Внутри все выглядело куда роскошнее, чем я мог себе представить. Потолок в фойе высотой с 4-этажный дом, обилие света и стекла, ресепшн длиной как будто с футбольное поле, мне стало откровенно не по себе. Я засмотрелся на цифры, меняющиеся на табло лифта. 19, 20, 21. Интересно, а за сотню перевалит? И неужели все это когда-то будет принадлежать Элли? Девочка, закованная в кожу и скачущая с гитарой по сцене, кажется, совсем не подходит
закованная в кожу. А, ну это, наверное, про ее вот этот, про ее прикид концертный. Совсем не подходит на роль наследницы мультимиллионной корпорации. Эй! Кагаме дернула меня за рукав. Да, прости, засмотрелся. Я такого даже по телевизору не видел. Я тоже. Но мы здесь не за этим. Она решительно направилась к неестественно широко улыбающейся девушке, сидящей за стойкой. Я догнал ее и преградил ей путь. Ну что ты творишь в самом деле? Я согласен, что мы должны выяснить, разобраться. Но не так же. Ты сейчас больше похожа на какую-то террористку. Они просто вызовут полицию и все. Но Кагаме не собиралась отступать. В ее взгляде читалась такая решимость, которую никак нельзя было ожидать от девочки ее возраста. «Прочь с дороги!» «Ладно уж», вздохнул я, назвался груздем, полезая в кузов. Форма девушки с ресепшена напоминала форму стюардесс, а сама девушка мало походила на японку. «Добрый день! Добро пожаловать в Кобаяши Корпорейшн! Чем я могу вам помочь?» Протараторила она по-английски заученный текст. В самый последний момент уверенности у Кагаме явно поубавилась, и, подойдя к стойке, она начала мяться и заикаться. «Меня зовут Ивамура Кагаме, и мы...» А почему выделено? «В японской культуре принято сначала называть свою фамилию, а только потом имя». Блин, а в русском, по-моему, вообще нет какой-то прям нормативной базы, типа, что прям... На телевидении сначала пишут имя, потом фамилию, а так-то в целом... Как хочешь, так представляйся. Она посмотрела на меня, словно ища поддержки. Все это изначально казалось дурацкой идеей, но жалобный взгляд Кагаме заставил действовать. Как все-таки легко мной манипулировать, используя чувство вины. Здравствуйте, нам бы поговорить, ну, то есть, у меня выходило не лучше, нужно было взять себя в руки. Я сделал глубокий вдох и начал сначала. Понимаете, ее отец раньше работал у вас, и мы не можем его найти со вчерашнего дня. Может быть, вы нам поможете? Контакты его бывших коллег, начальников, что-нибудь. Мы не можем вам предоставить такую информацию. Вот как раз вот на этой информации мы с вами и закончим. Я думаю, в следующий раз продолжим. Уже как раз у нас времечко подошло к концу. Короче, каким-то образом какая-то трогательная получилась серия. Мне почему-то так жалко эту химицу. Я не могу. Она такая хорошая. Почему он ее не любит? Это какой-то кошмар. Я даже не хочу заставлять его ее любить. Ну, типа, потому что у него изначально прям какое-то такое отношение, типа, да, ой, что-то она пришла с своим борщом невкусным, да, такой какой-то наплевательское отношение, не нравится, фу, осуждаю. Вот, короче, не знаю, ну, мне прям что-то очень трогательно, прям слишком трогательно. Вы пишите, как всегда, в комментариях, как вам эта серия и игра. А пока подписывайтесь на канал, ставьте лайки и присоединяйтесь ко мне в других социальных сетях. Все ссылочки, как всегда, в описании. Всех уже люблю. Пока-пока.